Смотрите, кого я привела. Вот, Михаил Михайлович, как вы и просили, Валерия собственной персоной. Антон? Здравствуй. Каверовая вершина в этом сезоне – это Валерия и ее селф-кавер на часики. Я вижу твою улыбку, я помню свою ошибку. А я в окно. Мы просто предложили другую какую-то аранжировку, которая нужна была для контекста финальной сцены, где оказывается, что Мих-Мих, прошлая жизнь у него была богемная, и когда Валерия вдруг неожиданно для всех его узнает, и выясняется, что у них там бывали какие-то теплые беседы раньше, и когда все это заканчивается песней Валерии, которую она поет, но в медленной такой лиричной аранжировке, ну, конечно, это супер. Просто так, девочкой своей ты меня назови, а потом обними, а потом обмани, а маленькие часики смеются. Эта сцена снята, и у нас Валерия снялась. Спасибо большое, спасибо. Спасибо. Пока. За окнами дождик плачет, я ошибаюсь.